Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 11, урок 19. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых. Давайте вспомним, что такое разряды. Любое многозначное число можно разложить на классы. Первый класс, начиная от конца, это класс единиц. Второй класс – это класс тысяч. Третий класс – это класс миллионов и так далее. Рассмотрим число 5321. В данном числе присутствует в разряде единиц 1 в классе в первом, в классе единиц, 2 десятка, 3 сотни. Рассмотрим класс тысяч. В классе тысяч у нас присутствуют только единицы тысяч. Здесь в данном случае их 5. Разложим это число на сумму разрядных слагаемых. Сумма – это значит плюс. 5321. Закрываем 3 знака, получается 5000. Закрываем 2 знака, получаем число 300. Закрываем 1 знак, получаем число 20. И прибавляем 1. То есть 5321, если представить в виде суммы разрядных слагаемых, мы получаем 5000 плюс 300 плюс 20 и плюс 1. Б. Число 8020. Рассмотрим это число. Оно состоит из класса единиц и из класса тысяч. В классе единиц у нас отсутствуют единицы единиц и сотни единиц, только есть десятки единиц. А в классе тысяч у нас присутствуют единицы тысяч. Разложим это число на сумму. 8000 – это 8 единиц тысяч. Прибавить 2 десятка, то есть 20. Вот это значит, мы разложили число на сумму разрядных слагаемых. 8000 прибавили 20. Рассмотрим число В. 70564. Это число состоит из двух классов. Класс единиц и класс тысяч. Класс единиц у нас состоит из единиц единиц, десятков единиц, сотен единиц. А класс тысяч у нас состоит только из десятков тысяч. Запишем это число в виде суммы разрядных слагаемых. 70 тысяч, в данном числе 70 тысяч. В тысячи 3 нуля, закроем 3 последних знака, увидим ответ. 70 тысяч. Прибавить 500, столько сотен у нас находится в классе единиц. Прибавить 60. Столько десятков находится в классе единиц и плюс 4. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.